Добрый вечер, шановні друзі. Мій сьогоднішній співрозмовник знає про тварин все. І не лише тому, що вже 41 рік веде суперпопулярну программу у світі тварин. Сьогодні у нас в гостях видатний вчений, мандрівник і телеведучий Микола Дроздов. Николай Николаевич, ну вас же и в Таджикистане, я знаю, гюрза укусила, да? Нет, 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 не укусила, обошлось, обошлось. Это, это уже вот добавки такие. Я с гюрзой так обращался, очень осторожный, я ее ловил прямо вот на ходу, и главное, знаете, ну, приятно вспомнить, потому что мы въезжаем в заповедник а, Тигровой Балка. Я думаю, ну, где нибудь, -нибудь гадюку там, или Давид из Ну, гюрза – это крупная гадюка, это самый крупный вид из рода гадюка. И злая, да? И вот я вдруг вижу, Герза ползет. Я соскакиваю оттуда, значит, хватаю за хвост. Может за хвост держать, да? Она тяжелая, она не развернется. Значит. Вот несу ее. А куда класть? Мишка, нет, специально, значит. И вдруг я вспоминаю, что еще когда мы въехали, выехали из Душанбе, жара такая. Я из Москвы прилетел, извините, значит, в трусах и в кольцо. там холодно еще было в Москве-то. А когда мы значит, едем жара, я еще тогда заранее, значит, я говорю, ребят, подождите минуточку, я зашел за машину, снял брюки, кольцо снял, сел, стои заводил брюки обратно. Я говорю, знаешь, у меня там кольцо есть. Я говорю: слушайте, найдите мои кольцо там. Они говорят, и что? Ну, вот завяжите ноги вот так, да? А потом сделайте них. Я туда, знаете, герзу раз, и вот в она на меня доехала, мы на ней наблюдали, снимали, а потом отпустили. А что это за история была, когда в Африке вы носорога принялись разворачивать лицом камере, мордой камере, и еле спаслись. Ну нет, было все рассчитано хорошо. Просто это Александр Михайлович Гуриди, мы с ним снимаем да. этот фильм, он говорит, ну, а, Николай Николаевич, носорог стоит, носорог а, с носорожонком. Они такие вот самка, и, и, и детеныш почти такого же размера, они стоят к нам спиной. Но ну, он говорит, ну что за кадр? Разверните его говорит, сюда. Я говорю, это есть такой способ развернуть. Он очень реагирует на шум, вот особенно по земле. Я взял такой веник, сделал сухих веток. И, значит, я говорю, вы снимаете только вот поверх головы, я буду идти вот так вот, а они сверху снимают, чтобы меня не видно было. Я ровно полпути прошел, и вот так вот по земле эти ветки. так вот это его так возбуждает, он развернул самка, и на меня дун-дун-дун побежал, понимаете? Но ну, я рассчитал точно, это вот вдвое меньше у меня расстояние, я быстро от нее бегу, она меня же не догонит, я так раз и за машину сразу, она же подслеповатая, она прямо в машину, бум, так это, рух, Ух. ну и хорошо. Хорошо кадр машину. Какой, кадр да. Какой. Ну да, я уже за машину в это время стою, она не соображает. Зачем вы крокодилу зубы выбивали? Ну, это был другой случай. Это когда мы опять с Александром Михайловичем с Гуриди уже еще через 4 года поехали. В 1975 году, как раз, когда у него такие нагрузки стали, вот в 1968 он начал передачу вести, а в 1975 пятом уже закончил. В 1968 по 1975, 7 лет. Но тут у нас была съемка фильма «Рики-тики-тави». Да. Он режиссер, но только не путать с мультфильмом. Я некоторым говорю, снимали мы с Александром Михайловичем «Рики-тики-тави». Да-да, замечательный мультфильм. Такая, где там рисованные эти сели. А ну, тут были они все натуральные. А, кстати, англичанин и его супруга играли Баталов, Алексей Баталов и Маргарита Терехова. С ними как было интересно поработать так вместе. Ну и там были другие английские актеры какие-то, там мальчик какой-то интересный. Ну и, конечно, кобры. Ну, были кобр Нак, Нагайна ну, у него же напомнить там, я не знаю, вот это мангуст, Викити, да, Китая. Да. Шесть мангустов и семь кобр. Ну, это дублер, значит, играли. Да. Потому что половину кобры вообще эти мангусты порвали во время этих... Порвали. Схема, как же, ну, приходилось. Он же там рвет это. А крокодил а, что? Ну, а для антуража этого всего фильма надо было показать и других животных, так все. Там как будто самого крокодила не было, но мы поехали там в разные места, и в каком-то, ну, ну, такой ну, национальный парк, где же люди живут, ну, не люди, а охранники эти. И крокодилы живут как бы в открытом пруду, но их э, подкармливают. И, их там пруд пруди Подкармливают, да, и пруд пруди их там много их периодически подкармливают, иначе они там просто не знают, чем заняться. И вот мы подошли и начали снимать, они лежат как бревны, еще не шевелятся. Но опять Александр Михайлович мне поручить дает, мне говорят, как вы их расшевелите, я говорю, как их расшевелить? Ну и тут мне какой-то местный подсказ, я ему говорю, а как вы вообще их кормите? Я крысами кормят. А где взять крысу? Да сейчас пойду, вам принесу. Значит, он пошел, у него где-то крысы, он их, извините за выражение, так сказать, порубал. Нет, он просто каким-то образом прикончил и принес мне такую связку дохлых крыс, значит, захва захвастый так раз, Потрясающе. Чтобы все вот так, и, говорит, вот, вот они вам помогут, значит. Я действительно, что сзади оператора встал, и вот через камеру так кидаю туда крысу одну, так она бах, в воду. И все крокодилы раз, и так О, закипели. проснулись. Да. Ну, кто-то успел схватить эту крысу. Значит, и они уже начали смотреть. Ну, я второй кидаю, так поближе. Они все, ух, там кто-то опять сходил, но уже попал здесь сюда. А а он снимает, говорит, здорово получается. Говорит, ну, так, Вы мы... нормально крысу в руке держите, бросаете, а ну, что там? То, ну, если живую я бы, конечно, смотрю, чтобы на меня тебя не тяпнуло. А так, когда она дохла, человек бояться Я, знаете, раз, третью, еще ближе. И они все вылезли на берег. Ну, Александр Михайлович доволен, сзади стоит оператор, так доволен. Я кидаю еще третью, там, четвертый, четвертый, пятый, седьмой, значит. Они все выползли сюда, а у меня крысы кончились. Они, знаешь, уже... Ну, где Но вы есть еще? вы. И один попер прямо на нас, а у оператора еще он шорты, такие голые ноги такие Тут это приглядывается к ногам оператора, уже придется сюда. Я не уверен, что он обязательно его схватил, но как-то я чувствую, мне надо спасать оператора. Я... Чуть попалась какая-то палка мне тут. Я, я это выскочил. Думаю, уже не до съемок. Я оператор, я тут крокодил по морде, значит, палку ударил. И? Ему не понравилось. Выбили зубы ему? Ну да, но ну, он тут же развернулся и обиженно пополз в воду, и за ним остальные ушли. Так, они не такие уж агрессивные. Но когда я ударил, я вот увидел, как так дюжина зубов, так ярко белых посыпалась на этот, на песок. Я только потом вспомнил, что у крокодилов число зубов не так, как у нас определенное, а что больше сотни они не имеют корней. Если легко вылетают, с ним больше вырастают новые на этом месте. И я их так легко выбил, но я собрал эту: горсть, так эти все подбежали. Дай мне зуб, дай мне разобрали. У меня вот сейчас один зуб остался только. Крокодиловый. Такое впечатление, что вы постоянно себя испытываете. Вам вообще чувство страха знакомо? Постоянно мне как-то, спросили, кого боитесь? Я боюсь вообще все-таки. Я даже боюсь, но я некомфортно чувствую себя вот в темноте, знаете, в таких местах, где, ну, начинается там что-то мерещится, знаете, в лесу, вот когда ночью, э, так это... Ну, я, я в жизни пошел ночью на кладбище. То есть крыс с крокодилом бросать нормально да, храк, а вот, на кладбище ну, нет. Да, это, да, и, конечно, и, ну, и, вот семь, ну, и честно говоря, ну, боюсь привидений, я их толком не видел ни разу, но такое, знаете, начитаешься этих в детстве, эти сказки, там все это, и вот так идешь и ночью. Я тем более я из школы ходил. Идешь сначала, значит, зимой, особенно через такое поле, где луна уже светит. Ну, стараешься как -то с кем-то идти, а потом последний все-таки там какой-то пролет надо одному идти. Потому что там на крыше нет, ничего не видно, вот так и воображение. Начитаешься там, или всякие там, знаете. И вот, вот это воображаемое, возможное, ожидание нету, хотя на самом деле пока ничего не случалось такого. Но понимаете? говорят, что секрет смелости Дроздова-телеведущего в энциклопедичности Дроздова-ученого. Он знает обо всех все. Ну да, а о привидениях он вот очень мало знает, и знаешь, очень сомнительные какие-то данные, поэтому их я вот побаиваюсь. Вы фаталист? Да, в общем, становлюсь все больше и больше фаталистом, потому что вижу, что настолько все вот так вот не случайно в жизни, ох, вот, как мы случайно встретились с кем-то, да, как мы случайно повидались, пересеклись, как, -то? но я вспоминаю, сколько таких случаев, которые являлись, так сказать, как бы случайно, а на самом деле всю судьбу определяет. Предопределено все, правда? Да. А другой стороны, конечно, очень э, трудно людям объяснить, и даже себе уж, тем более людям. Но если все предопределено, то некоторые говорят, зачем тогда рваться, чего-то там э, искать. Все равно, само собой, все случится, само собой не случится. Вот тут надо понять, что предопределено все. Так, сказать, волей, может быть, так, я думаю, что я думаю, что Всевышнего воли, все предопределено, предписано, но, значит, один человек говорит, ну тогда я просто лягу на диван, все само собой случится. Я говорю, это очень опасная идея, потому что если ты ляжешь на диван будешь лежать, значит, это было тебе предписано, что ты должен пройти такой дурацкий эксперимент. Пролежишь. Все за это время пройдет, и ты пролетишь. Я, а потом, когда встретишься на том свете, так сказать, с так своим отделом он скажет: Ну, ребята, сами хотели. Мне в этом отношении очень нравится один вот такой маленький исторический факт. Вот был тут недавно наводнение, где-то, знаете, в районе Новороссии, что там затапливало низменность, вот, когда пошла волна приправлять вода, значит, на порой у дома маленькая двухэтажная, значит, сидит, пожилой такой, значит, ну, скажем, поскольку это ну, такие одесские анекдоты, значит, вот пожилой еврей сидит так и, значит, мимо него проезжают а, на телеге, говорят, слушай, Мойша, садись, поехали. Он говорит, да ну что, я молюсь своему Богу, и говорю, он обо мне позаботиться, не беспокойтесь, проезжайте. Жигули же едет, ну, же давай, ну, слушай, вода прибывает, ты чего? Да ладно, да. Вода прибывает, он на второй этаж перебрался, значит, лодка проезжает. Говорит, ну, вылезай из окна можно, садись, поехали. Он говорит, да вы что, я такой, я такой правоверный, я так молюсь своему Богу. Я говорю, все, да ну, что, вы? ну, вылезает на крышу, уже там вертолет пролетает, значит, веревка спускает лестницу. Цепляйся, полетели, он, да не беспокойтесь, все хорошо. Да что, о чем речь? Ну. Значит, улетел вертолет, вода поднялась, крышу смыл, бедный. Утонул. Больше утонул, появляется перед лицом, так сказать, своего ангела-хранителя, даже самого говорит, И обижен так говорит, слушай, я столько все молился, все старался, и, и вот, и никакой ни помощи, ничего, я вот утонул. Говорит, я ж тебе... Это я не помогал. Это я тебе не помогал. А кто тебе посылал лошадь? А кто тебе послал Жигули? А кто тебе лодку послал? А вертолет? послал? Это я тебе не помогал, да? То есть Божья помощь приходит, но надо же и распознать. Ну, и распознать, и тут же воспользоваться, и не пропустить. Значит, надо всем трудиться. Так? Трудиться, трудиться, сделать добрые дела, трудиться, и тогда ты свою судьбу выполнишь в наилучшем виде, как тебе так сказать, предписан. Как вы преодолеваете страх быть снова укушенным? Блин, это у меня страха нет. Так, ну, как, как уж придет время укуситься, значит, укусит. Ну, просто надо быть чуть-чуть осторожнее. Я вот Федор Григорьевич Углов такой есть. Да. А, замечательный. Вот он дожил до 104 лет, на 105-м году жизни нас оставил, вот буквально в этом году. Царство небесное замечательно. Я его хорошо знал, он в Питере жил, Хирург но Он же написал книгу «Человеку мало века». То есть, что сто лет надо прожить, и он доказал это, так сказать. И вот он в этой книге говорит, что в вот пожилом возрасте очень надо избегать травматизма. Потому что, вот, ну, когда молодой там что-то сломал ногу, сломал руку, что-то упал, в а, а, пожилом возрасте это все-таки очень опасно. Я постепенно начинаю думать, что вообще пора мне тоже немножко думать, потому что буквально недавно я там свалился, здесь коленку расшиб там башкой тряхнулся, так сказать, вот это все идет, но надо с этим вообще немножко завязывать. Вы неутомимый путешественник, да. исследователь, искатель, искатель, приключений. Зачем это вам? Ой. Что это, интерес? Ну, конечно. Ну, это просто вот в этом смысле я вот не чувствую никакого возраста, знаете. Я вспоминаю, что Федор Григорьевич что спросили, где-то ему было 102 года, и он говорит, груз лет не давит. Ли? Он говорит, ну как? У меня ощущение 30-летнего человека, понимаете? Ну, Конечно, вот в том году в Антарктиде мы Новый год встречали, да? Ну, поехали, вот я вам говорю уже, да. В этом году уже я предвкушаю, предвкушаю э -э Галапагосские острова. Я уже один раз там был, э -э по пути Чарльза Дарвина мы проходили. Сейчас вот второй раз, но теперь еще с подводным нырянием, то мы на в самолете перелетали с острова на остров, а сейчас на яхте пойдем. На паросты. О, как интересно! Два кругосветных путешествия позади на научных судах. Ну, знаете, они не совсем тоже кругосветные, это вот так все говорят. Там часть, как бы, сделана на судне, а потом перелет самолетом. Ну хорошо, три раза были на Северном полюсе. Ну, три раза на Северном полюсе. Спускались на дно Байкала. Два раза, да. Кстати, что там на дне Байкала? Красиво? Очень. И местами... Там особая жизнь какая-то? Конечно. Ну, на Байкале... На Байкале, вы знаете, хорошо, а в Байкале внутри это все-таки глубина а, максимальная 1700 метров. Более полутора километров если падение. А так, среднего это 300-400 метров глубина. И вот когда на этом спускаемом аппарате уже автоматическом, автономном смысле, который работает на электрическом двигателе, значит, там туда на дно садишься, сначала вот так бух, и, такая поднимается муть, потому что там вот такой вот слой ила. А потом, когда все осядет, видишь, поэтому этому илу ползают, ползают такие моллюски, э -э ракообразные, бокоплавы, удивительные, все эндемики. То есть вот таких видов больше нигде нет рыба-голомянка проплывает, которая прозрачная, знаете, во всяком -то. из этого жира состоит, <laughs> насквозь видно. Ой, вот такие, такие рачки какие-то там еще всякие ходят. Очень все интересно. Вы, я знаю, путешествовали из Москвы во Владивосток на поезде. Да, прекрасно. Потрясающе, да? Да, это вот экспедиции Трофи, замечательная такая компания есть, Кравцов такой у нас, парень есть, создал это. Компания экспедиции Трофи, они, у них много так сказать, своего какого-то предпринимательства такого, приносящего прибыль, а это больше всего такая расходная часть, то есть они придумывают себе в отпуска, вот поехать ну, то есть в Владивосток на поезде, а рядом шло соревнование, там было 36 команд по 20 джипа в команде, знаете, в каждом джипе по 3 человека, 6 человек команды, и вот они проехали от Москвы до Владивостока, и 10 из из пяти-шести команд 10 все-таки доехали. Остальные там развалились по дороге. По дороге. Которые, там такие дороги, то есть, которых нет. Когда вы ехали на поезде из Москвы во Владивосток, огромная эта территория, да? Да, гигантская. Гигантская. Во многом освоены честно говоря. Просто такие пространства, что есть еще развернуться. Как это говорю, Кольцов, разудись. Плечо, да. размахнись, рука, езди поработать, честно. Какое из путешествий стало для вас самым незабываемым? Ну вот каждый по-своему, конечно, незабываемый. Особенно вот интересны были Галпагосские острова, Антарктида, конечно, и путешествие по Австралии, которое длилось у меня почти год. Год? Ну я же на год уезжал в Австралию по обмену между университетами. А жена оставалась в Москве? Да, ну что делать? А как же вообще, простите? Ну, вот, ну так вот, любовь. А туземцы были стоящие, туземки или нет? Ну, нет, вы знаете, вот тут, честно говоря, вот, когда, так сказать, во-первых, даже, ну, во-первых, если есть, есть любовь в другом месте, она все -таки. я же не так, как канон, это юно, я не так, как юнонная и Авось, которую никогда не вижу, я знал, что я уже жену опять вижу, а с точки зрения э, туземок, ну, если ты всеми имеешь, так сказать, один объект любви, то другие остальные как ну, но вы общались с туземцами? С туземцами, туземками, конечно, общался. Но в основном с туземцами, с туземками это, что вы имеете в виду, аборигенов, аборигены? Аборигены, да? конечно. Ну, аборигены, да. Я бывал, так сказать, там все-таки они, ну, сложная проблема, очень сложная проблема, потому что часть из них в резервациях, что сам по себе, ну, так нормально у человека не достойно жить в резервации. А с другой стороны, если им их внедрить в обычную жизнь европейцев, то это просто они должны раствориться, и тогда они их просто не станет. От каких болезней за свою жизнь вы делали прививки? Ну, от трех только. Это моли... то есть от, от трех. Желтая лихорадка, черный оспа и холера это вот те три болезни, которые до сих пор существуют в мире, в тропиках и делать от них прививки обязательно. Поэтому можно рассуждать о разных там прививках от гриппа надо или не надо, от чего-то еще там, но от этих болезней просто необходимо, потому что желтая лихорадка выкашивала европейцев белых там в тропиках просто как косой, пока не сделали прививок. А вот мы последние герои, мы когда мы жили на этих необитаемых островах, там же эти москиты mm -hmm. переносят желтую лихорадку. А комары переносят малярию. От малярии прививки не может быть, потому что это протозойное заболевание, простейшее в крови, там, так, плазмодия. Кошмар. От них надо принимать таблетки, которые убивают плазмодию, ну, и заодно, конечно, сильно рушат там печень и все, что хотите. Дологел называется. А от желтой лихорадки прививочка на 10 лет, причем она очень хорошо. Я за все свое время с 70-го года как начал ездить, вот за 30 с лишним лет, ну, четыре раза делал прививку, чтобы на каждое следующее десятилетие. От холеры я вот делал когда-то, а последние лет 20 я уже в холерные страны не попадаю как-то. Ну, вы дважды принимали участие в игре на выживание «Последний герой». Да, но Зачем это вам не... надо было? Ну, что вы? это вообще для меня такая школа не только выживания, а школ... школа человеческого общения, школа, так сказать, выбора из маленького социума людей, с которыми можно выжить, с которыми не стоит выживать, потому что там поселяются два племени, из 20 человек вот сначала выводят по одному человеку, чтобы 10 стало одно племя из двух. И, по сути дела, второе племя формируется уже из таких людей, которые готовы выживать, готовы помогать друг другу. А первая десятка, она такая более слабая, ребята. Рыхлая. Рыхлая, и мы же их не выгоняем. Но если они ну, ничего не делают, не помогают. Ну, как-то приходится и по-доброму говорить. Ну, вот, тем более мы обязаны каждые три дня голосовать за выход кого-то человека. Мы обязаны. Это формат игры. Вы же не можете, играя в шахматы, сказать, мне так нравится мой противник, я не буду ходить. Правда, что это за игра? Вы там подружились с таким совершенно непохожим похожим на вас персонажем, как Децл. Что вас объединило? Ну, нет, ну, это понятие дружбы очень условное. Дело в том, что просто я с ними со всеми был очень дружелюбен и вежлив. Кстати, всех называл на «вы» и по имя отчеству. Децл был Кирилл Александрович Талмацкий, Макс Покровский был Максим Сергеевич, ну, Жанна, правда, конечно, без отчества, но тоже с большим уважением, на «вы». И тогда только не получишь от них какого-нибудь такого того отношения, кто они между собой надо начать ругаться, там, это нецензурно, то есть все, это бывает. Но если ты с ними вежливый, они не могут уже там, понимаете? Вот я вспоминаю как раз, что просто Максим Сергеевич, трудоголик потрясающий с ним, здорово, интересно. К оценке его музыки я не хочу ничего, так сказать, добавлять, я практически не знаю. А вот Кирилл Александрович тоже очень настоящий такой труженик, он всеми что-то готовит, он что-то все, и он за... со мной единственный, кто соглашался ходить по ночам, ловить вот этих самых жаб и лягушек, которых мы так нечаянно съели неудачно. И все отравились, начиная с меня самого, то есть никто, Дроздов никого не отравил, мы просто сами все их поймали, сами их всех обчистили, сделали, и сами все отравились одинаково. Но, конечно, вот Макс Покровский в последней серии шестого героя, вот этом году он был, где мы брали уже интервью от всех участников предыдущих героев, и мы сделали такую четырнадцатую серию, где я вот делал подводки, а потом кадры из разных прошлых игр. Это было очень интересно. Ну, По моему предложению, серия четырнадцатая была сделана, был тринадцатый, и вот там Макс Покровский говорит, его спрашивает, ну, ваши воспоминания, он говорит, с тех пор, как он дважды тоже, как угу. я был в четвертом, пятом герое полностью. Вот для меня теперь все люди делятся на тех, которые были на последнем герое и не были на последнем герое. То есть вот проверка человеческих качеств. Вы там с большим удовольствием питались насекомыми. Какими? Ну нет, не насекомыми. Кстати, насекомыми нет. Это если вот в качестве эксперимента кому-то давали там сесть тараканов. Насекомые, как правило, не Ну Вы тараканов едут. ели? Нет, нет, я лично не ел. Зачем? Есть моллюски, мелкие ракушки, которых можно есть, есть крабики, вот наземные крабы, водных крабов поймать очень трудно, а наземных, там среди листовые, под можно их найти, вот собираешь такой мешок крабиков, завариваешь. Крабы – это членистоногие, моллюски – это моллюски, брюхоногие или там другие виды. То есть как раз насекомые не попадают в разряд, так сказать, съедобных, а попадают ракообразные, попадают моллюски. Немножко насекомых попадает, если это личинки такие жирные, угу. хорошие, но не взрослого жука есть, нельзя чего там, не, нечего есть. А личинка жирная жука такая, о, это, ее еще поджарить вообще просто... Это правда, что в студенческие годы вы съели в зоопарке мясо бегемота? Ну, не в самом зоопарке, а просто у нас один бегемот погиб в зоопарке. И его, когда привезли в Дарвинский музей, там с него сняли шкуру для чучела. Чучел бегемот. А мясо выбросили на улицу и собирались куда-то вывозить. Это вот так, знаете, целые да? тонны вот мяса. Ну и, и тут зима была, оно тут на морозе. Годы, годы голодные, да? Да не голодные, просто интересно. Это был какие-то там 50-е годы, но я говорю, не год, просто интересно. Я говорю, ребята, ну что, проходим мимо? Давайте все по сумке, по домам. И кто что сделает там? Кто-то сделал котлеты, кто-то шашлык, кто-то чего, и ходили друг к другу в гости друг к другу в гости ходили. Вкусное и... мясо бегемота? Конечно, очень вкусное. Такое сочное, темное, похоже ну, вот на... Нет, это же недаром бегемота зовут водяная лошадь. Вот. Хотя на самом деле он к парнокопытным относится. Его назвать водяная корова. Много лет вы не едите, совсем не едите мясо, напрочь от него отказались. Да. Почему вы стали вегетарианцем? Ну, так по соображениям, так сказать не в первую очередь идеологическим. Я просто в 1975 году, как раз мы с Александром Михайловичем с Гуриди, когда были в Индии, я начитался йоговской литературы. У нас она была как-то только на всяких серых, перепечатках, самоиздат. А там полно я все начитался и понял, что, конечно, йоги правы. Мясо, мясо, так сказать, взрослому человеку не нужно. И вы хорошо себя чувствуете без мяса? Ну, вот с 70-го года, 75-го. 75 го как-то уже 30 лет и жив еще, да? И хорошо выглядит. И вы жив еще, понимаете? Это да правда, что вы вообще не пьете спиртного? Ну вот сейчас уже завязал практически. Практически завязал, потому что, ну, я так, знаете, водку я перестал пить в 16 лет, перестал. Ну, последний раз как-то в студенческие годы, на первом курсе, я, так сказать, на Новый год так перебрался с друзьями. 16 лет, ну, я, я поступил в 16 лет в МГУ. И просто мне так стыдно было потом вспоминать, как я вот на эту новогоднюю ночь провел, так сказать. И, и отрезал Я говорю, чтобы я еще раз такой, Вот я поражаюсь людям, которые один раз оказались, так сказать, ну, в состоянии опьянения тяжелого. И, и снова, и снова туда же попадают. Я просто поражаюсь. А, а, вот, ну, вроде хорошие люди, а вот как бы неужели нет, так сказать, мозгов для памяти, что с тобой было что-то неприличное, значит, как-то можно повторять. Ну чтобы ни разу не попробовать так попасть в это, это надо уже быть очень мудрым. Ну, достаточно, просто нормально ума, чтобы я, если один раз попал в, такое, в нибудь такое свинское состояние, опьянение полное, ну, все, первый, и последний раз в жизни. А вот уже вино там, я пробовал так это, ну, все так, да, да. Вот я смотрю, ну, ну сок виноградный лучше, чем вино. Вино – это уже прокисший виноградный сок. Зачем же пить прокисшим, как можно свежников заказать? 41 год, как мы уже с вами установили в программе «В мире животных», 41 год вашей безумной популярности. Как вы, ну, относитесь, ой, 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 ой. Как да. вы относитесь к своей популярности? Нет, безумная популярность – это вот у людей, как, например, Леня Якубович. Ну, это просто мы с него ходили как-то, в Ялте был какой-то фестиваль, ну, вот все приехали, конечно, когда вся своя, так сказать, как называется, тусовка в отеле, <связывая> все нормально, все приветствуют, там все, но потом решили когда-то выйти, какие-то магазинчики, что-то купить, понимаете, ну, я вот могу выйти, я пойду, будут здороваться люди, так сказать, кто-то может подойти, автограф попросить, я там извинюсь, там, что-то такое, вот так, знаете, идешь, ну, кинут, улыбнуться, но с Леони я вышел, я вот понял, вот это вот, вот, безумная популярность есть. Просто я думаю, бросается народ, всех возрастов. И главное, что, мне меня очень меня отталкивает и за него подержаться. Не слушай, не Даже, ну, меня могут, можно с вами сфотографировать, даже ничего не говорят. Не и больше, на больше слов не хватает. Он бедный в ужасе так вот. с ним кружок сделал, он говорит, уйдем, Коля, уйдем, уйдем. Отсюда. Что, до сих пор на метро ездите? Да, вот, конечно, вот сейчас уж не поеду, поскольку уже час ночи, а так, конечно. И нормально чуть... себя чувствуете? Ну, немножко летом хуже, когда нету. Вот сейчас у меня такой уже осень, такой плащ, но ну, я делал, такой, знаете, черный плащ, кепка с ушами, так ее задвигаешь. Ну, так, если будешь специально глядеть, узнает. А если так идешь нормально все. Я хочу за зачитать две ваших цитаты. «Я похож, сказали вы на Буйвола, такой же трудолюбивый, добрый, слегка туповатый и упрямый. И вторая цитата. «Я похож на трудолюбивого буйвола, который все время работает. Или на лошадь, что возит воду. Таких рисовали на старых картинах. Это бедное животное тащится, как кляча. Его постоянно лупят, но наступает момент, когда оно теряет силы и падает прямо во глоблях. Вот и я тащу воз, а хотелось бы выпрячься и попастись на таком тихом пенсионном лугу». Ну, в общем, тут первое определение, в общем, нормальное. Второе, уж меня не так уж все бьют, я уж не так уж прям но а насчет на... пенсионного луга? Ну, конечно, в общем-то, хочется ну, попастись, что-нибудь поделать такого. Ну, значит, такого только того, что для души. там Больше да. я люблю петь песни и записывать песни, если есть такая возможность. И, конечно, я вот об этом Мы не Мы это коснемся чтобы... еще этой темы да, 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 да. Я знаю, что вы были одним из 15 консультантов генерального секретаря ООН по экологии. Да, ну, это, так сказать, сменно. Вот, у меня каждый раз 15 консультантов, это не от стороны, а просто предыдущий рекомендует следующий. Что вы советовали генеральному секретарю ООН? Ну, знаете, он сам спрашивал совет. это был Бутерс Гали, предыдущий. Mm -hmm. Египтянин. да, да. египтянин. И вот у нас эти консультанты, знаешь, вот так работает два года, а потом он остается с таким званием консультант генерального секретаря ООН, но уже как бы ну, вот как профессор выйдя на пенсию остается профессором или посол уйдя с работы он всегда остается посолом Советского Союза. Вот должность, как бы звание остается, но должность мы исполняется только два года, потом я должен рекомендовать следующего. Да. Я рекомендовал вот известный академик Марчука, он mm -hmm. меня рекомендовал, мне причем Жак и в кусток, который мы Вы же были общались, знакомы с ним, да, общались. Это я как услышал, что ничего себе вспомнил про меня. Я как думал, что после того, как мы пообщались, он про меня думать забыл, ездит на своем Калипсо, а он, значит, рекомендовал меня я рекомендовал следующий, а дальше каждый следующий рекомендует. Самые красивые глаза, вы сказали, у жабы, на втором месте у коровы и только на третьем месте у некоторых актрис и моделей. Да, конечно. Как при таких взглядах вы женились? Нет, ну, понимаете ли, это, конечно, красота такая, чисто ну, с точки зрения, вот у жабы же радужка с золотистыми крапинками очень красивая, ну, коровы они такие, это, кстати, вообще не мое выражение моего учителя, профессора Банника, он так говорил, что жаба, потом корова, это я его цитирую обычно. Ну, коровы они такие, волоокие глаза, как говорят, но, конечно, так сказать, модель я не считаю, что... мне кажется, что самые красивые глаза моей жены, я думаю, что это. То есть у жабы вот. на втором месте все-таки, да, если да, так уже. Да, если уже говорить мой у личный. коровы на если... третьем. Да, 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 конечно, у жены самый лучший. Как жена относится к вашей рискованной работе? Ну, немножко так переживает, но уже поняла, что по-другому не будет, и с этим надо смириться. Вы внука назвали Филаретом, такое необычное имя. Почему Филарет? Ну, это дочка назвала, понимаете, дочка назвала. У нас просто есть Среди, ну, у меня священники в раду по отцовской линии. Ну, не просто священники. Ну, я знаю, там, да? ну, вот, так сказать, уже не играет роль, я как-то не хотел бы уточнять, но просто. Там среди, чуть ли не патриархи, ну, да. Среди, ну что, 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 что? у нас вообще у нас, между прочим, был до, до 17 -го года у нас был около 300 лет синодальный период. Знаете, так, синодальный, когда был священный синод, синод а патриарха да. вообще не было в России что, надо сказать, очень, конечно, очень огорчительно. И то, что именно вот династия Романовых, так сказать, устранила патриаршество на Руси и до самого, так сказать, 17 -го года, вплоть до свержения, так сказать, этой династии, так ни один из царей императоров не решился восстановить патриаршество, которое было устранено Петром Первым, это, конечно... Но Филарет, так звали кого-то из ваших предков? Ну, да, вот. Ну, не будем так все уточнять, да, одного из моих священнослужителей, звали Филаретом, и дочка, поэтому решил и, и внука назвать вот. Я знаю, что вы человек верующий, искренне верующий. Да. Ученый и вера в Бога, как это сочетается? Ну, это очень легко сочетается, потому что просто не надо одно другим даже не сравнивать, не смешивать, не проверять одно другим. Есть наука, есть научные данные, а есть, так сказать, вера, которая... Вообще вера — это вера в, вера в невидимое, понимаете? вера в невидимое. Вот самое главное, не вера, так сказать, то, что я дошел кость там динозавра, и я знаю, сколько ей там лет, а вера в невидимое. И, так сказать, и, по сути дела, возможность, ну, так сказать, влияния невидимого на нас. Это вот вопросы веры. Они настолько с наукой не сочетаются, что поэтому вот это вот научное изучение Библии, попытка там что-то расшифровать, какие-то библейские постулаты с научной точки зрения, это ну, не надо поверять алгеброй гармонию. Гармония это дух. Я говорю, Владимир Ильич Ленин, как он говорил, ничего не знаю, лучше соната апассионат. Да. Он все говорит, потрясающая нечеловеческая музыка. Я бы вот хотел спросить Владимира Ильича, ну, так сказать, извините, такое Сравнение, но я бы хотел спросить с полным уважением, Владимир вот вы в Бога не верите, а чем же вас так потрясает эта музыка? Что в ней такое? А музыка божественная, понимаете? В ней нет ни математики, ни алгебры, ничего, никаких физических мерок, почему она так Абсолютно. потрясает. А она его потрясала. Ну и подумал, сказал, Господи, спасибо тебе, что ты дал мне вот такую музыку услышать от, от, от просветленного, от проводника, говорящего да. Богом. Там, Бетховена. Спасибо ему. Вы знаете, я знаю много анекдотов про животных. Какой самый любимый? Ну, всякие симпатичные есть там. Вот, мне больше нравится, когда некоторые говорят, красивый там или животное или некрасивое. Вот когда бабочка сидит, а рядом лягушка сидит на берегу. Бабочка-то вся такая красавица. А лягушка-то мокрая, в пупырышках зеленых. Она говорит, лягушка какая-то некрасивая такая. Она, а вот умение так сказать, не только таксить себя, а еще умение мечтать. Вот, вот, естественно, лягушки самой свойственно, но в анекдоте она говорит: Бабочка, ты знаешь, сейчас я просто болею, а вообще я розовая и пушистый. Вот Николай Николаевич, самый каверзный вопрос я приготовил напоследок. Ну, я знаю, что вы, ученый, телезвезда, вообще ну, человек. Человек, которого так да, любят миллионы телезрителей, да, да. у вас есть необычное хобби? Вы поете. Да Причем выпустили сольный диск под названием "Вы слыхали, как поет Дроздов"? Ну, я его выпустил, это условно выпустил. Я не проводил ни через какие-то там вот эти, эти официальные каналы. Мы просто записали в любительской студии в квартире, написали на диске, не для коммерческого пользования. Вот я их раздарю, я вам тоже дарю такой диск, с удовольствием я вы вам можете сейчас послушать. Просто... И там песни семь на русском и пять на украинском. Языке. Вот а я раз. просто сейчас предложу вам то, что обычно предлагаю народным артистам. В завершении нашей программы что-нибудь спеть, да еще если выйдет на украинском языке, это будет просто замечательно. Еще как выйдет, а что же, украинский язык же замечательный. Это, так сказать, я считаю, что самый древний язык наш, славянский, церковно-славянский, потом украинский, базовый, близкий к церковно-славянскому, а уже потом русский. Так что нам, так сказать, вот что-то там делиться или считать, что одни такие, другие Ну, Настолько общий, единый корень и, так сказать, у украинцев язык в Украине, он ближе к церковно-славянскому. В нем даже есть звательный падеж. Знаете, что такое звательный падеж? Даже не знаете. Но вы же не украинец сильно, да? Я не знаю звательный падеж. Звательный падеж, а как же? Я вот сейчас буду петь «Ридна маты моя». Маты – это слово-то, мать – это мать, а маты – это обращение. В церковнославянском, я вам напомню, Господь, молишься, Господи, помилуй, Бог, так, Бог именительный, Боже мой, Боже – это звательный. Так вот, у нас в славянском это есть, в русском уже нет. Я могу обращаться по-русски, бог мой, да, а там я должен сказать Боже мой, а в украинском смотрите, там, маты, да. маты, сынку, У -у -у. Там, тату, тату, там все вот эти вот обращения, видно, э маты мой я там, "тату", это все звательный поддержка, который исчез в русском языке, значит, а остался Украинский. в украинском э его большее родство с этим нашим коренным церковнославянским еще можно сынку там э, э, дитятко вот это на о окончании там а в женском бы на и еще понимаете там э, да как это Ах, там ну ладно в общем целый ряд вы споете Ридна, маты моя конечно прям сейчас ну чтобы прямо тогда в камеру да надо. да, да. Ну, это, это великая песня, я считаю, великая, потому что там на диске есть шуточная песня. Там, ой, девчи, ну, шум любишь, забывай, забывай. Знаете, эта песня, она о важности недвижимости в матримониальных отношениях. То есть он хочет на ней жениться, выйди замуж за меня, да? Она говорит, не пойду я за тебя на махату, а если нету жилплощади, то вообще... Какая свадьба. Да, какая свадьба это же и у животных, вот птичка, там зяблик прилетает и плетет гнездо, основу. Вот самочка прилетает, осматривает, если основа гнезда сделана, а если он к ней просто без, без всякого гнезда под, под валит вали отсюда. То есть это вот как раз ближе к инстинктам. А вот видно маты мои, там, конечно, вот уже человеческие отношения, и мать это самое святое, так сказать, и и у меня мать, вот она всеми рядом со мной, и папа тоже, ну уж мать, и с ней я, так сказать, посоветуюсь всегда. И, я и пою, в общем, и для нее эта песня, и для вас, и для всех, кто должен любить своих матерей, как это самое святое, что есть. То есть, вот, говорят, семья один из шедевров природы, ну, а мать, это же, понимаете ли, это человек, внутри которого вы жили свои первые девять месяцев. Вы жили внутри своей матери, понимаете? Это же очень потрясающе. То есть это такое чудо природы, правда? Так я скажу прямо, ну, да, ну, отец, ну, все, наследственность, гены, это все понятно. Вот просто жить внутри человека. А? И вообще женщина, которая вынашивает ребенка, вот мы говорим, это же, это вот, 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 и говорит, вот, женщина беременная, она святая, понимаешь? Она святая, ее вообще надо вот или если она вынашивает человека внутри себя. Уф, это такое чудо, правда? Ну, и вот, значит, давайте споем. Рідна мати моя, ти ночей не доспала, ти водила мене у поля, край села, і в дорогу далеку, ти мене на зорі проджала, і рушник вишивани, на щастя дала, і в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала, і рушник вишиваний на щастя, на долю дала. Я візьму то рушник, простелю, наче долю. Тихим шелесті трав, шебетаний дібров, і на тім рушничкові, оживе все знайоме до болю і дитинство, розлука, і вірна любов, і на тім рушничкові, оживе все знайоме до болю і дитинство, і розлука, І твоя незгасима любов, хай на ньому цвіте Росаниста доріжка, і зелені луги соловіни, гаї, і твоя незрадлива, материнська, ласкава усмішка, і засмучені очі хороші твої, і твоя незрадлива материцька, ласкава усмішка, і засмучені очі хороші, блакитні твої. Слова Андрій Малишка. Музыка Платона Майборд. Великая песня, мать. Спасибо, Николай спасибо Николаевич. Спасибо вам, Дмитрий, спасибо. спасибо. Дай Бог вам успех, здоровья, счастья, і всего самого доброго. Спасибо. Спасибо. Шановні друзі. Сьогодні у нас в гостях був видатний вчений мандрівник і телеведучий Микола Дроздов.